Здравствуйте, друзья! У нас с вами сегодня такой марш-бросок в большой шоппинг-молл. Называется Great Mall of California. Это второй по размерам молл в штате Калифорния. Не самый большой, но вот второй по размерам. И видите, тут много-много-много магазинов. Но здесь хорошие цены, и как бы здесь ликвидируется много товара всякого. И есть очень много таких серьезных брендов, поэтому мы пойдем меня немножко приодеть, потому что я похудел, и как-то вот надо мне о гардеробе задуматься. Сюда люди приходят с семьями на целый день. Тут можно и покушать, и хорошо покушать можно, и в кино сходить, тут кинотеатр большой, и очень много всяких развлечений для детишек. Те из вас, друзья, кто хорошо знает мою историю, знают, что я занимался несколько лет страхованием. Я был брокером и агентом компании Farmers. И моя личная специализация была в коммерческом страховании. Я страховал много бизнесов. Рестораны, палатки, ларьки, магазины и так далее. И я вот когда смотрю на это, на все, и у меня, знаете, сразу в голове выстреливает прошлая жизнь моя. Значит, я начинаю прикидывать. Да, у меня были такие, знаете, то, что называется establishments, которые вот так стояли посреди шоппинг-моллов, были застрахованные. И в одном была такая история, там выкинули их со страховки, и они ко мне пришли. А я говорю, а за что выкинули? Они говорят, ну там, говорит, ранение пулевое у работницы было. Я говорю, ранение? Да, говорит, там эти банды друг с другом начали пальбу, и ее вот шальной пулей задело. И говорит, да что там, она, говорит, задела ее, там она через три дня уже на работу вышла, там легкая, говорит, они меня взяли, говорит, и выкинули. Так, сюда мы, на самом деле, я сюда и хотел зайти, это было как бы основным в моем сознании, потому что, когда в Гэпе я наткнулся на то, что не смог купить больше одной пары штанов, потому что они расходились сильно по размерам, при том, что написан был один и тот же. Так вот, я подумал, надо что-то поприличнее, ну вот, пойдем сюда. Виртуальная реальность. Там ребеночка, не знаю, что у него там в очках в этих, но явно его так потряхивает в соответствии. Приятно так прийти в магазин фирменный, а тут, пожалуйста, все так на 60% офф. Но это на самом деле как бы аутлет. То есть тут как бы положено, да, чтобы оно все было подешевле. В итоге я купил брюки за $25, которые стоили 98, и рубашечка мне понравилась, сколько там она, за $8 мне отдали, так она стоила там тоже там порядка 80. Вот теперь черед Эдди Бауэр, 50% все, что в магазине, друзья, ну как не купить что-нибудь. Вот они, штанцы. Может, я поспешил, знаете, оптимизм. Может, так вот походишь и ни за какие деньги не захочешь. Всяко бывает. Вот эти Светлана не одобряет. Говорит, сейчас уже такие не носят. Говорит, что-то они у тебя широкие. Давай там slim fit будешь носить. А по мне вроде ничего, правда? Нормальные штаны. Вот, Свет хочет, чтобы я вот так выглядел. Вот в этом я пришел, мы пару дней назад прикупили. Папайя называется. Я даже не знаю, что это. Первый раз вижу. Меняются магазины, открываются, закрываются. Мы любим эту плазу, но мы здесь бываем раз там 3-4 года, может, встречать. Если гости, может, какие-то. Здесь хорошо делать покупки, если, например, приехал, там, скажем, в гости из другой страны. И вот думаешь, где купить, чтобы бренды хорошие, цены пониже. Вот сюда надо. У нас есть еще специфический интерес к магазину Tommy Hilfiger. И у меня как бы исторический такой опыт, что их брюки на мне хорошо сидят. Ну, посмотрим. Так, а что это справа-то у нас такое? О, это магазин кожаных. Да, мы его знаем. В данном случае, друзья, я пытаюсь понять, не врос ли я в размер large. Я был всегда extra large. Но вот так я подтягиваю, оно явно здесь не идеально так, но... Наверное, все-таки тесновато. Вот эта курточка, друзья, это extra large. Все-таки видно, что так больше подходит американскому блогеру моего размера. Так, пасеньки и куртка, пасеньки и шапка. Так я для прикиду. Так, в общем-то,
Здесь есть кожаные все эти шапки, но они немножко с широкими полями. Вот такая, например, она все-таки как широковато, мне кажется, смотрится. Вообще у меня лицо просто ужалось всяких этих диет, поэтому перестали мне шапки идти, друзья. Когда рожа трещала, все было как надо, а сейчас нет. В Сан-Франциско, когда люди живут, там культ кожаных курток, там ветер холодный, и люди зимой в коже прям через одного, если не чаще. Плюс байкеры всевозможные, тут вообще кожа очень популярна. Но мы не в Сан-Франциско, мы на самом деле на приличном расстоянии, тут часа полтора езды, но, в общем-то, люди любят кожу, многие любят. Что, Светлан, есть что-то такое, на что глаз положить? Ты понимаешь, положить-то да, но оно как бы не... Надо, чтобы еще хорошо смотрелось. Ну да, да. Так. Ну, а ты хочешь такую как бы ветровочку? Ну, мне нужна ветровка, да. Они либо длинные, понимаешь, длинные уже не хочется на лето, правильно? Нет. Она великовата, мне кажется. Сумки. Друзья, сумка и женщина – это как женщина и шоколад. Это буквально наркомания такая. То же самое женщина и обувь. Да, вот, пожалуйста. Слава богу, есть магазины, где дизайнерские вещи. Или типа дизайнерских, не знаю, там. Вот, продаются за недорого. А какие женские красивые. Смотри, тут посерединке, ну, прям как из гусарской баллады, правда? Сейчас корнет. Да. И с мехом. Я сомневаюсь, что мех натуральный. Здесь не принято. В основном они так искусственно ставят. А могут и натуральный тоже. Вот еще какой-то магазин вот с таким названием. Но... китайский, что ли? Ну, может быть, они косят так под китайский, да. Я говорил, целый город. Надо сказать, что магазин этот под названием Uniqlo оказался каким-то, знаете, просто... ну, даже не знаю, раем для тех, кто хочет купить курточку. Тут он гораздо больше, чем могло показаться при входе в магазин. Там и мужская часть есть, может, там брюки, я посмотрю. Но во всяком случае, такое ощущение, что Света уйдет отсюда с курточкой. Вот смотрите, она уже что-то присмотрела. Друзья, смотрим на Светлану. Она думала, что курточка это с подкладкой. Она без подкладки, легенькая, на лето, хорошо. Свет, я бы сказал, бери. Подожди, а хочешь. Друзья, вот наши другого? Зрители цвета другого запросто, но по размеру, по фасону, да. Это твой стиль, это твое, да. Это твое. Друзья, много лет Света искала курточку. 20 лет. 20 лет она искала курточку. Ну хорошо, подожди, ну вот есть да. Такая желтая, есть белая. Давай белую. И есть еще зеленая. И зеленую, все будем пробовать. Ну что, друзья, вот то же самое, но другого цвета. Как ты, Свет? По-моему, она очень она милая. Хорошо. Почем вещь вообще? $39, $40. Ну, Свет, я считаю, что это твоя вещь. Она абсолютно соответствует. Ну, значит, желтенькая тоже была ничего. Ну, понимаешь, как на лето светленькая лучше. Штанишки мужские неплохие здесь были, но Светлана хочет, чтобы у меня были slim fit. А slim fit только джинсы. Поэтому мы сейчас пойдем в другой магазин. Света, ну ты довольна? Ну, жизнь покажет. Но пока что довольна? Пока что довольна, да. Мне нравится, что есть по цвету. На солнышко, на не солнышко. Thank you. Ну что, друзья, оказалось, это не только мой любимый, но и Светлана его признает моим, как бы, как назвать? Надо сказать, не подвел он нас. Не подвел, как всегда. Придворный магазин. Да. Смотрите, у нас тут сумка вот. Вот там три пары штанов, там какие-то маечки. В общем, друзья, я начинаю новую жизнь. Вот с этой лейблочкой на штанах. Красивые свадебные платья. Наверное, в Китае такие популярны, вот такой стиль, я даже не знаю. Здесь обычно, там, где это все такое бюджетное. Это не только свадебное, это вообще вечерние платья всякие. Да? Поэтому пойдем посмотрим. Ага, то есть это больше, чем свадебные. Ладно, пойдем посмотрим. Все в блестяшечках. Да, тяжелая. В блестяшечках. Тебе нравится, да? Нет, ну мне не нравится вот так, чтобы на себя одевать, но да. Абстрактно. На абстрактную, да. Высокую, тонкую вот, женщину. Смотри, какие они красивые. Ну да, манекены шикарные. Да. Манекены шикарные. Да, да. Да, друзья. Приятно.
этом все, наверное, это не такое дорогое. А это вот у меня это вызывает ощущение чего-то индийского. 229 долларов. 230, да? Да, 230. Но, наверное, тут еще скидки какие-то есть. Наверное. Не знаю даже, вот девчонки, может, смотрят, нравится им такое, нет? Да. Не, ну вот это же точно аксессуары Снежной королевы. И вот, да, соответственно, это Снежная королева. И вот платья вот эти, да, смотри, такие они. Обойдем обувь, покажем соответствующую. Ой, там еще к этому еще и обувь. Конечно. Хрустальные башмачки. Слушай, это действительно вот так, казалось бы, только что слетело там с феей какой. А тут вот, пожалуйста, можно купить, я думаю, недорого. Будете чувствовать себя Золушкой, пожалуйста. Это не все, как на таких обувах ходить можно. Света, женщина ради красоты, да, может все. А вот следующее, вот то, что рукой закрылось, смотри какой, о, прям. Ну, обычно на свадьбу, обычно, во всяком случае, у нас, да, так было, что, значит, все идут, вот, покупают такие вот туфли, в которых... У нас с тобой? Нет, не у нас с тобой, у Инны, когда была свадьба. У нашей дочери, да. Да, а у нее были вот такие красивые, ну, не такие красивые, у нее были туфли на высоком каблуке, да, но на свадьбу все берут с собой еще запасные кроссовки, потому что платье длинное, ну, и да, там не видно. И вначале, когда торжественная часть еще ходит в этих самых, а когда начинаются уже танцы, там, да, и все уже, все идут в разнос, да, одевают просто кроссовки и в этом платье, кроссовка. Это у нас так было на свадьбе? Да. Нигде, друзья, в Америке вам не скажут, товарищ, не больше 3 в руки. Вот берите сколько хотите. Еще спасибо скажут, если возьмете больше.